Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Сегодня я хочу вам показать эстонские монеты юбилейные, которые вышли в промежутке, когда Эстония находилась после распада СССР перед вступлением в Евросоюз. У них был период времени, когда они выпускали свои деньги, кроны, центы. И также, кроме регулярного чекана, они выпустили 4 юбилейных монеты, которые у меня все имеются. Но я хочу вам предоставить. Вот видите, с оленем, с молодым. Это 75 лет. Видите, 75. Эстонской республики. 93-й год. 1918-1993. Вот такая хорошенькая монетка. Ну, по цене ее оценивают в 3 доллара. Ну, в обычном качестве, естественно. Хотя эта монетка выпускалась в Brilliant Uncirculated. Ну, вот она у меня... Вот такая масса 7,1 грамма, диаметр 26,2 миллиметра, металл латунь. Вот такая симпатичная монетка, конечно. Следующая монета, видите. Это 90 лет, уже 2008 год, 90 лет Эстонской Республики, тоже одна крона, не тоже там 5 крон было, это одна крона. Видите, такой герб, щит и три льва, тоже латунь, тираж очень большой, 20 миллионов штук. Этой монетки масса 5 граммов, диаметр 23,25 миллиметра. Но оценили, базовая цена этой монеты, ну базовая, это как бы в районе Verifying, там как ходячий, ну, это без пробега монета, может быть чуть просят больше доллара. Ух ты, я ее в базовую превращаю через эти соударения. И вот такая монетка Эсти Панк, 75 лет Банку Эстонии, 5 крон. Видите, такая стилизованная какая-то, я не знаю, что это, даже здание, может быть, что они имели в виду. Там типа волны на заднем плане. Ну вот, как видите, так видите. Вот такая монеточка. Ну, они все почти однотипные. 94-й год. Видите, банк почти на один год позже открыли, чем республика в 19-м году. Вот, что у нас по параметрам, можно сказать. Тираж 10 миллионов 180 тысяч штук этих монет. Также латунь масса 7,1, диаметр 26,2. И базовая цена 3 доллара. И четвертая монетка, она у меня в упаковочке в такой. Ну вот я ее покажу в каталоге. Видите, песенный фестиваль, 1 крона, 4,5 доллара стоит. БУ исполнение, Brilliant Uncirculated, ну, улучшенное качество. Это я открываю название. Так, год 1990, металл латун, масса 5 граммов, диаметр 23-25, гурт ребристый с гладкими участками. Так, номер каталога 36, цена базовая в долларах 4,5.
Ну, она у меня в таком буклете, ну, такой большой буклет, наверное, больше телефона. Поэтому я ее доставать не стал. Ну, вот такая вот четвертая монетка. Видите, у них всего было выпущено 4 юбилейных монеты. Не густо за это время все. Видите, песенный фестиваль 90 лет, 75 лет, республике 75 лет, банку. Вот все такие даты они отметили. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, конечно, на мой канал. С вами был Олег с канала Деньги Мира, Олег и Кол. Пока-пока.